Володь, скажи свою гражданскую позицию, Володь. Чего хорошо, что чё, пивнушки не стал? Пивнушка, слава богу, что это депутат Суха хоть убрал. Мужика, Володь, спасибо тебе за твою гражданскую позицию. Город Городец, 29 число. 29 мая. Я грабил средь бела дня. И как людям без веры жить? И не знать, где правда, где ложь? Как родных от беды защитить, если жизнь на шестой грош? Ты, дружочек мой, не грусти, ты ведь сильный и молодой. А за Россию меня прости, я ведь матушку знал другой. Город и уверен, что где-то там и сейчас людей добрых тьма. А за позор, за этот и срам жизнь виновных накажет сама. Россия, родная, сколько слез пролито. Друзей позовешь, а всюду кресты. Беда забрала много жизней непонятых. И матери плачут, и на могилах цветы. Научился я тихо жить, не высовываться, не болтать. Это бардак, не могу себя. Сука, убивать за это надо, Володь. Не влюбляться, не мечтать. И к матери на поклон. Володь, золотые твои слова, блядь. Жиды, блядь, створили, блядь, с нами, блядь, слышь. Превратили, блядь, Русь нахуй, реально, блядь, споили с кого-либо. И не слышать России стон, и не видеть. Володь, спасибо за твою гражданскую позицию, ты просто... Настоящий русский мужик, Володь. Что, братишка, тебе дай бог тебе, чтобы все никто хороший был, Володь. Поиграл я своей судьбой. Ну и слава. Володь, давай, удачи, брат. Говорят, мне пора сдавать. Только город я не хочу. Дальше давайте думайте сами, какая а у вас помощь. А богатство и нищета нас с тобою переживут. Только все это неспроста, ведь нас любят везде. И ждут. И вот так Россия, полный срач, полный сколько слез пролито. Чиновник, опомнись, повесь фотографии свои. Друзей дети будут ходить, внуки будут ходить. Николай Федорович Куликов, ну и председатель земского собрания, глава местного управления, город Мастеров, рядом прокуратура. Тут самовары твои стоят. Опомнись, пожалуйста, Николай Федорович. Здесь и надо на что-то поднимать реальное, а не виртуальное. С Богом, удачи вам. Россия, родная, сколько слез пролито. Сегодня 29 число. Друзей позовешь, а всюду кресты. Беда забрала много жизней непонятых. Город Мастеров 100 метров. Итак, смотрим, сегодня 29 мая. И на могилах цветы. Срать бутылки. И матери опа, плачут. Пушка запела. И на могилах итак, цветы. Господи, спаси и сохрани, давай. Как матери плачут. И на могилах цветы. Вот так у нас сегодня выглядит город Городец, Нижегородская губерния. Это набережная. Здесь 200 метров, 100 метров находится прокуратура. Это город Мастеров. Когда нам по телевизору говорят, что наш город получает грамоты от Владимира Путина, это самый чистый город, поверьте мне, друзья, это бред полный. Господин чиновник, мужику, глава города Жиряков Александр, глава города района Беспало Володя,
и те люди, которые отвечают за нашу культуру в нашем Градецком районе. Показываем реально, что происходит сегодня, 29 мая 2019 года в городе Градец. Я с ним побежал кросс, и что я увидел? И не знать, где правда, где ложь, как родных от беды защитить, если жизнь на шестой грош. Ты, дружочек мой, не грусти, ты ведь сильный и молодой. А это же, господа, Волга. Это же набережная, друзья. Это же, посмотрите. Я ведь матушку знал другой. Это же все пойдет в воду. Что, что вы, друзья, оставите? Потом, с вами потом. Тьма, вот этот музей, а самовар, или вот этот город мастеров. Друзья, вы посмотрите на культуру нашего района. Это просто слово называется русское. Пиздец, извините меня, но так приходится говорить. Другого слова нет. Писать вам смысла никакого нет. От дня триста, господа чиновники. Вы посмотрите, это просто кошмарно. Вы же получаете за это зарплату. Беда забрала много жизней. В общем, друзья, надо что-то делать. Город просто умирает. Культуры нет. Ну и губернатору Глебу Никитину реально посмотреть, что происходит в нашей Нижегородской области. Вы новый губернатор. Сейчас начинаются какие-то там суды, как по мусору, там что-то ТБО увозят. У нас культуры нету, у нас, смотрите, все творится. Это я вот вышел просто на зарядку сегодня пробежаться по набережной. Вот она набережная, вот она набережная. Научился, вот он, город мастеров. Вот он находится, меня 100 метров. Не вот, смотрите, реально. Не болтать, но не могу себя научить. Вот так, друзья, я сегодня светил вам, а дальше уже думайте сами, господа чиновники. Это ваша работа, вы за это деньги получаете. Всего доброго.